Эту пушистую красавицу зовут Кассандра. Судьба у кошки непростая. Еще зимой ее случайно увидела сотрудница приюта Нина Кириенкова. Животное вышло к людям в плохом состоянии. Один глаз и ухо были повреждены. Мимо нее женщина пройти не смогла и забрала к себе в питомник. Ну вот она у нас полгода. Через месяц мы обнаружили, что она еще и беременная. Ну, сейчас она уже стерилизована. Собственно говоря, вот она находится сейчас в приюте «Экология человека». Помимо спасенной Кассандры, на выставку животных Нина Кириенкова привезла еще двоих кошек с такой же непростой судьбой. Женщина говорит, здесь она с особой миссией. Планирует не просто пристроить кошек в добрые руки, но привлечь внимание общества к проблемам бездомных четвероногих. Если каждый из нас внесет хотя бы добро издалека, потому что добро издалека – это тоже такая тема, очень разносторонняя. Зачастую 100 рублей они спасут кому-то жизнь. С таким мнением согласна и Юлия Морозова, волонтер одного из приютов для собак. Рассказывает, с детства была неравнодушна к животным. На выставку приехала с двумя четвероногими сестрами – Лайфи и Юной. Очень надеюсь, что они все-таки найдут семью. Они такие симпатичные, красивые. Может быть, даже кто-то захочет их забрать вдвоем. Помимо выставки животных, организаторы подготовили и развлекательную программу для детей – аквагрим, мастер-классы и необычные викторины. В специальную корзину «Добролап» неравнодушные жители приносили корм и игрушки для собак и кошек. В чем выражалась эта помощь? По-моему, они освободили от крыс. Молодец, дай твою руку. Молодец. Достаточно всего одного мгновения, чтобы среди множества кошек и собак встретить своего верного друга. Ведь, как известно, друзей не бросают в подъезде, даже если они съели ваши туфли. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».